Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл розыгрыш. Как я и обещал, 50 раз в году я разыгрываю мобильные телефоны. Сегодня мы разыгрываем 35-й мобильный телефон в этом году. Как всегда, лототрони 10 шариков. Нам помогает помощница Валерия, такая грустная, что двойку будет. Это была и Наташа, боже, прям как мою первую. Мы раскручиваем лототрон, вытаскиваем шарики, определяем последнюю цифру порядкового номера вашей книжечки. Итак, 35-й тираж начинается. Валерия, пожалуйста, отвернись на меня, смотри. Молодец, правильная девочка. Последняя цифра порядкового номера. У какая цифра? Молодец, Валерия умеет. Ноль. Забрасываем 5 шариков в лототрон, лототроники эти шарики, раскручиваем барабан. И Валерия достает нам предпоследнюю цифру. На меня смотри, предпоследнюю цифру порядкового номера, Валерия. 4. Предпоследняя цифра порядкового номера 4. Ты запомнила? 4 ставь. Раскручиваем лототрон, определяем третью цифру с конца. Третья цифра с конца порядкового номера выигрышной книжечки 35-го тиража. Опять 4. Господи, 4. Замечательно. Тебе комплект отсюда на 4. Поставим туда. Итак, раскручиваем лототрон, определяем вторую цифру сначала порядкового номера вашей книжечки. Давай, Валерия. 3. Цифра 3. Молодец, цифра 3. Валерия определила. О, мадам Грецацуева, как ты постарела? Ну куда ты лезешь? Здесь у меня розыгрыш идет. Отойди отсюда, снимается камера, ты закрываешь. Отойди, говорю, господи, ну. О! Издержки улицы, издержки деребасов. Отойди, людям не видно, как мой номер разыгрывается. Так, итак, у нас 4 последние цифры, 3440. Определяем первую цифру порядкового номера. Первая цифра порядкового номера у нас на сегодняшний день куплена 44444 книжечки. Хорошая такая цифра. Так что первая цифра может быть 0, 1, 2, 3 и даже 4. Потому что 44 тысячи книг вы уже купили. В лототроне оставляем 5 шариков. 0, 1, 2, 3, 4. Остальные изымаем. Помогай, Валерия, держи. Раз. Так, держи. Держи, Валерия. Так, что у нас тут остается? Валерия, 2. Держи, 3. Так, 4. Это 7. Что у нас тут остается в лототроне? 0-2. Бросай шарики. В лототроне 5 шариков. 0-1-2-3-4. Раскручиваем лототрон. Определяем первую цифру порядкового номера вашей книжечки. 35-й тираж. Итак, Валерия, давай. Ребята, смотри, первая цифра. Первая цифра. 1. Я вас поздравляю, уважаемый господин, кто купил книжечку с номером... Ну, сюда-то первая, конечно. 13440. Эта книжка была куплена еще год назад. Я вас поздравляю. Ваша книжка участвует в каждом розыгрыше. Каждый год 50 раз. Один раз купил книжечку, и в этом году 50 раз. И в следующем 50. И в последующем 50. А может быть, и вообще каждый день буду разыгрывать. Так что не выбрасывайте книжку. Оставьте, проверяйте, заходите на сайт регулярно. Ваша книжка участвует во всех розыгрышах всегда. Итак, на этом мы заканчиваем очередной розыгрыш 35-й. До свидания, до новых встреч.